Всем привет подписчикам и зрителям канала Дневник охотника. Значит, хочу сделать сегодня такой интересный выпуск. Он будет посвящен рыбалке. Я решил добавить немного рыбалки. Сам я не профессиональный рыбак, любитель. И хочу рассказать вам о морской рыбалке. То есть я вот купил такую интересную снасть. Сейчас я вам ее покажу. Значит, это Самодур. Снасть для ловли ставриды, пузанки, селедки, луфаря, плотвы и окуня. То есть вот такой у нее принцип работы, видите. Сейчас, секундочку. Вот видите, крючки, и внизу прицепляется грузок. То есть снасть уже готовая. Сейчас я вам ее распечатаю, покажу. Значит, ловить будем мы этой снастью ставриду. У меня уже просили показать и отснять видео. У нас сейчас на Черном море пошла уже ловля ставриды. То есть мы ловим ее в лимане. И я вам хочу показать, как ловят ставриду, чем ее ловят. И вообще принцип работы этой снасти. Сейчас я раскрою вам и покажу все. Сейчас я ее раскрою. Как видите, вот такая вот снасть. Крючки, значит, здесь похоже медные и фосфорные. Вот бусинки фосфорные. Значит, почему фосфорные? Ставрида, значит, можно сказать, ее ловят практически с начала мая по где-то середину июня. Она идет как ночью, так и днем. Бывает, она может идти только днем, ночью, например, не ловится. Или наоборот, но ночью ловится, днем не ловится. То есть, чтобы ночью ее ловить, нужно, она более, как сказать, поклевывает на вот светящиеся вот эти бусинки, как раз фосфорные. Бывает даже так, что... То есть она на самодур не ловится, ловится на поплавок. Вот у меня уже готовый есть поплавок. Я ловил недавно на поплавок ее. То есть поплавок 3 грамма, вот он пригружен, чтобы дальше закидывать можно было. И 3 крючка. Она ловится на креветку. Здесь просто наживляется креветка и все. И внизу вот грузило небольшое. Но сейчас она пошла ловиться на самодур. Вот такая вот штуковина, сейчас ее раскрою и покажу. Она уже идет готовая, в сборе. Сейчас ее размотаю. Ребята, ну вот такой вот принцип. Видите, внизу вот висит грузок. И вот первый крючок, второй крючок. И вот 7 крючков. Цепляется, значит, на конец удилища и забрасывается на расстояние до 30 метров. Может дальше, может ближе. То есть рыба постоянно на разной глубине поклевку делает. Сейчас уже я вам больше детально покажу все на месте, как ловить этой снастью. Смотрите дальше видео. Здрасте. Здрасте. Что, рыбу есть? Нет, нету. Вообще? Наловил что-то? Было вот где-то часов с 3 и до 5, наверное, было. А потом раз, все, и тишина. И нет ничего. Раз, и не утром. Ну, немножко поймал. Нормально. И сейчас затихло. Сань. взяла под краем или дальше? Под краем, да? Ну, должна уже. Должна. Была поклевка, сорвалась. Ну не, чуть-чуть дальше, там метров десь 20. Бычок. Бычок мелкий. Ну, метров, наверное, 20 взяла. Це, получается, за час первый раз клюнуло, да? Есть. Аж две. А бычок и ставридка. Бычок ушел. Що-то якось не то тягнеться. Ага. Бучок. Угу. Есть. Саня. Сань. Есть. А, тычок. Есть. есть.